Надежда Земскова и Антонида Еремина живут в Цибанабалке. В их доме 37 квартир, но нет газа, а следовательно и отопления. В эксплуатацию здания ввели еще в 2015 году. По словам жильцов, в договоре с застройщиком такой пункт есть, но по факту он не выполнен. Газовики ведут внутреннюю переписку по поводу врезки в газопровод. Администрация со своей стороны направила письмо с просьбой ускорить процесс. Глава курорта поручил ответственным службам досконально разобраться в вопросе и оказать содействие жильцам. Неделю срок, через неделю мне доложить, что людям по телефону можно объяснить, можно вызвать. На улице в станице Анапской, где живет Светлана Сильченко, подтапливает несколько домов. Как говорят специалисты, из-за массовой застройки. Возникшую проблему могла бы решить прокладка ливневой канализации. Однако, по словам главы курорта, проект достаточно затратный. В ближайшее время его реализовать невозможно. Мы на все согласны, но давайте сделаем так, чтобы хотя бы вода не попадала в дома, не говоря уже в огороды. Дома попадают в вот. Попадают. Юрий Поляков поручил представителям управления ЖКХ вместе с депутатом по Анапскому округу выехать и уже на месте продумать схему отвода воды в зоне возможного подтопления.